Всем привет, с вами Максон, и это вторая часть ОВЕ Супер Шоу. Многие, наверное, ждали, я не знаю, многие, можно ли считать 300-500 человек многими? Ну, да ладно, в общем, кто ждал, тот ждал и дождался. Собственно, продолжаем вторую часть, сегодня у нас тоже ждет 4 события, как и в прошлой. И матч нынче Фандера против Александра Соколова. Первый выходит Фандер, и... Я читаю превьюшку. Неудачно дебютировавший Фандер попробует снова заявить о себе в положительном свете. Но ему будет в этот раз мешать человек, который будет готов на все ради победы. И на последнем шоу «Элитки» мы в этом убедились. Получится ли у него снова победить и каким способом? Или Фандер сможет преподать ему урок? Ну, посмотрим, действительно, кто же кого одолеет. Не очень хорошо получилось с Фандером. Я попробую сейчас исправить эту ситуацию, буду играть за него. Да и вообще, посмотрел там комментарии. Ну, не все люди любят, когда я симулирую. Все-таки интереснее, когда играю я. Пусть даже если я за кого-то проиграю, но бывают реальные моменты, что бывают матчи, в которых, ну, сложно очень выбрать, за кого играть, поэтому я все пускаю на ход игры. Пусть там могут быть какие-то глюки и так далее. Вообще, мне не очень понравилось... предъява. Вот реально была предъява, ну, вы можете отрицать это, но была предъява от команды Дом, которая, скажем так, ну, не, блин, 50 на 50 ситуация. То есть, вроде как наехали на меня, вроде как просто им не понравилось это. Короче, что я, мол, рестартнул их матч, когда они выиграли. И, мол, сделав упор на то, что у меня бывают такие же матчи, когда играю я, в последний момент и удается залезть на ринг, и типа рефри отчитывает до 10, и я не рематчу. Ну, блин. Во-первых, таких случаев... Да, они были, я не спорю. Но за последний раз, вот у меня в голове раза два. Тогда в матче Chopper Daddy была какая-то такая фигня, и еще какой-то был такой бой. Но мне кажется, в одном или даже в двух этих случаях там хотя бы матч долго шел. Ну, относительно, да? То есть там хотя бы что-то показывалось, что-то было сломано, был финишер сигнатура. А здесь вообще ни хрена не было. И, блин, это командный. Командные, они обычно идут долго. Поэтому я решил вот так вот. И тем более я тогда сказал, что если бы это был матч с вылетом, то есть если бы просто оба участника, которых... Точнее, одного, кого отчитали, просто бы ушел, я бы вообще, я бы матч продолжался. И да, и если бы даже так выиграли гики, я бы все равно нажал реванш. Не надо мне предъявлять, что предвзято какое-то отношение команды Дом. Мне без разницы то, что у вас команда называется «Смерть Максона». Мне как бы пофигу, вот лично. Но в плане отыгрывания, то есть я комментирую так, что, блин, это команда «Смерть Максона». Типа, за них играть я не буду. Никакой предвзятости нету. Я в любом случае бы нажал реванш, потому что матч дерьмище. Ну, блин, да, у меня были такие, да, я не реваншил их, но были на то либо какие-то причины, либо что. Тем более здесь решалась судьба. Я сказал просто, что будет забавно, если выиграют гики. Но если бы они не выиграли, ну, значит, так суждено. Но не таким способом, понимаете? Не нужно на меня было наезжать. Я считаю, это неправильно. Вот. Ну, пофигу, короче. Пока у нас тут выходит Соколов, я бы мог зачитать комментарии и так далее, но я вот что-то про эту тему сразу решил сказать, потому что мог забыть. За Фандера 38 голосов, за Соколова 26. За Фандера все-таки, несмотря на его поражение, люди топят. К Соколову вернемся чуть позже. Однозначно за Фандера написал Джордж Литл Хэткин Соколов. Точнее, за него, за Соколова Антон Валадов. Так, нужно реверсировать. Да, получается, и сейчас не сможет этого делать. Как раз таки этот самый Соколов. А я его вот так вот сразу на колени поставлю, как говорится, у меня... Вот так мы и договаривались. О таком. Удачи Фандеру желает Виталий Сафронов. Крис Акаколи Вагулич, всегда его так называю почему-то. За Тандера также. Чё такое, чувак, отвали от меня. Не даешь мне среверсировать. И тот, и другой участники хороши, но тут голос отдан за Тандера. Тандер feel the thunder. Ладно, не за Тандер. Но это, в принципе, Imagine Dragons. Если кто не понял, на самом деле очень крутая песня. Редко такое бывает, когда я, услышав какую-то песню, сразу мимолетно начинаю ее любить. Вот с Фандер именно такая вот... Именно такой был случай. За Скелетончика Ник Илсен, за Патриота Соколова Марк Волков, покойся с миром, Тандер написал Марк. Также голосует за Тандера Марку, Евгений Маркин. Не могу я реверсировать, пока Соколов что-то меня прессанул.
Никита Бунин также за Тандера. Так, так, так. Да ёпта. Получилось реверсировать и тыдыщ. А что это такое? Это какой DualShock разряжен? Ты что, угораешь? Блин, заставляет меня играющий провод втыкать. Сейчас воткнем. Сейчас не только в провод воткнем. Но пока что-то в меня втыкает Соколов, я не могу ничего сделать. Да блин, мужик, успокойся. Слишком поздно, слишком рано. Ох ты, какой прием. Так-то задница болеть будет после такого, мне кажется. Удачи Фандеру желает Жуков Егор. Влад Солодовник за Грома, то есть Фандера. Максим Воронов также пишет, убей Сокола вообще. Но Сокол пока убивает меня. И Фандер отомсти за меня написал Георгий Жихарев. Если я, кстати, ну да, правильно произнес. На этот раз правильно. Все, короче. Надо сосредоточиться и избивать этого Соколова. Очень многие мне писали люди в матчах, когда, знаете, соперник мой тупо реверсирует постоянно. Мне писали, типа, посмотри в его скиллах. Возможно, у него стоит реверс на сотку. Но вообще я так подумал, что я не запрещал ставить реверсы на сотку. Ну да. И есть было только ограничение на что? На скилл. То есть на количество overall, то есть 95 и не больше. Это означает, что если кто-то захотел поставить себе реверсы на соточку, значит, он пожертвовал чем-то другим. А чё, я не добрал, что ли, до конца красной? Эй. Очень быстро у соперника копятся кружочки, это непонятно. Но я тоже за скелетончика, мне нравится вообще его концепция. Еще бы, знаете, еще бы ему какую-нибудь на тело, чтобы он не голым выступал, чтобы полностью в белом был. Мне кажется, это выглядело бы очень здорово. А тут МГ-момент от Соколова, это гарпунч, причем я его мог среверсировать, а я об этом не знал, кстати. В последний момент увидел кнопочку R2, отличный гарпун. Бум, показывает нам кучу повторов. Я тут, кстати, только что записывал буквально перед Юниверсом, скажем так, одну из других частей рестлинга. Узнаете, какую, наверное, после этого видео. Видео, скорее всего, выйдет где-то с утреца в субботу. Я записываю его в пятницу вечером. Сегодня что-то как-то это... Я спал последние дни. Спал, был в спячке, скажем так, и ничего не записывал. Поэтому Universe на день позже выйдет. Я сказал, что на следующий, наверное, да, после первой части. Но не получилось. Так, да что ж такое-то, блин. Почему так много приемов сделано с двумя реверсами, где нужно два раза реверсировать? Смысл тогда от того, что я реверсирую в первый раз? Постоянно нужно все равно попасть во второй. Это немножко как-то странно. Может быть, чуть меньше урона мне, конечно, залетит с того, что я реверсирую в первый раз. Но смысла вообще в этом реверсе я не вижу. Я не понимаю, зачем это сделали. То есть я только сейчас почему-то об этом начал думать. Ну, может быть, когда-то затрагивал эту тему, я реверсирую, отлично. И сигнатуру сразу надо пользоваться. Сигна... Пошла. Найс. Пауэрбомба это. Пауэрбомбочка. Причем это... Нет, думал ОМГ момент. Типа, знаете, сейчас будет делать пин. Это трипл пауэрбомб. И попробуем сделать удержание. Почему бы нет? Но я думаю, что вырвется. Соколов. Если бы он не вырвался, было бы странно. Но Фандер в шоке. Фандер в шоке. Что у него ничего не получилось. Так, ну что ж, может быть, что-нибудь взять? А, ну хотя в этом матче это ничего нельзя брать. Ну, в том плане, что брать-то можно, бить нельзя. И это не круто. Выброшу, пожалуй, я эту биту. Сколько там реф начитал, не слышу. Ты чё, падла? Вот это ты по-крысиному поступил, конечно. Подождите. А, заново, два. Ну, слез, потому что Соколов заново начал считать рефри. Это, в принципе, логично. Ты чё, ещё и таунтишь? Вот ты собака. Офигевшие. Ну ладно, надо реверсировать, потому что сейчас рефери нас нахрен тут отчитает. Ну или меня одного. До четырех уже нашпилил реферишка. Ты что творишь? Натуре, что делает, а? Слушай, давай по-хорошему, забрось меня на ринг, пожалуйста. Спасибо. Вот это за фэрплей. Фэрплей. Что-то такое. Я помню, мультик какой-то был про футбол. Не знаю, там была песенка такая вот. Fair play. Я не знаю, как он назывался. Я так, в далеком детстве случайно видел его. Ну как в детстве, ну в школу ходил. Так, а что, МГ-момент? Нет, не МГ-момент. Это старший Пейн от Соколова. И это его сигнатура. Пин? Да, действительно, удержание. Попадаем. Не знаю, как я это делаю. Обычно это под каким-то чувством, что вот сейчас я точно попаду.
не знаю, как-то вот приноровился, что ли. Ой, Wake Up Town сразу от Соколова. Что-то сначала постоял, посмотрел на меня, а потом решил сделать финишер. Я среверсил, но нужно второй раз. Нет, второй раз не нужно. Отлично, подзарабатываем, скажем так, процентики на падла. И нужно сделать сигнатуру. Какая вторая сигнатура у... Так, Buckle Bomb, я понял, больше мне объяснений не нужно. Берем соперника, а не берем. Не берется, скажем так. Проводит нам Close Line Соколишка. Можем выкатиться, но... Что-то я... Че, в натуре пин будешь делать? Пф, ок. Если бы я сейчас не вырвался, это был бы вообще дикий фейл. Но я вырвался. Все нормально, продолжаем играть. Поиграл я сейчас немножко на нервишках, мне кажется, Фандера и Артема Амельченко, в частности, его персонаж. Слушайте, а я могу? Нет, нафиг они мне нужны, нафиг ты их берешь? Братишка, они тебе не нужны? Фуф, хорошо, что не попадает по мне Соколов, и подсрачник тоже у него не получился. А теперь я его сейчас вот так вот, вот сюда, вот так, найс, и... как? Чё? Он стыбзил у меня сигнатуру! Кстати, еще был какой-то МГ-момент у Фандера. В углу ринга, не знаю, что за МГ-момент. О, а могу ли я его... Да как... Хотел я его подкинуть, ну, думал, может быть, могу. А рядом лежали Steel Steps, и он начал у меня их брать. Вот опять. Нет, нет, не могу. Ха, споткнулся, это был мой финишер. Ладно, шучу. Ой, блин, сейчас случайно чуть не ударил своего соперника. Фандер не достает. Ой, Фандер, говорю, Соколов до меня не достает. И опять забрасывает в угол. Что тебе тут надо? Медом, что ли, намазан? А, опять. Опять старший Пейн. Беда. Все очень плохо. У меня не было сил, чтобы сделать финишер просто. Не хватило силеночек. Но нужно из этой ситуации выкарабкиваться. Вообще идеально заставить Соколова, точнее, среверсировать что-то такое, чтобы он потом сам не мог реверсировать. Вытер пот с себя. Соколов еще раз и на меня стряхивает. Ах ты какой. Звучит, конечно, не очень, что он на меня стряхивает. Ну да ладно. Я среверсил опять. Again and again. На, DDT-ху. У Соколова есть камбэчина. На самом деле это не очень круто, потому что если я его завалю, он сможет мне ее провести. Мне нужна сигна. Сигна получается. Buckle Bomb в действии. Показалось, начинает реверсировать, я аж испугался. И вообще... Вообще, делаем финишер. Делаем финишер Соколову. Это опять трипл пауэрбомб. Не, это МГ-момент. Это МГ-момент, пин после которого будет сабмишн. Так, ладно. Что нажимать? Квадратик, треугольник, кружок. Сука. Да нажимайся ты. Ну нет, тут уже вырвется компьютерик. Тут будь ты робот даже. Сколько ни шпиль в кнопку. В смысле, а чё, где у меня второй финишер? А, не понял я вообще. Я не понял, а где мой финишер? А, ну типа... Типа сразу сам ОМГ-момент проводится или чё? Как-то странно. У меня же было два их просто. Ну ладно, как-то это непонятно для меня работает. Напомню, Соколов с камбэком. Очень жаль, что у меня его нету. Ты чё он делает пин после всякой херни? Я не понимаю его. I don't know what the fuck is going on, как говорится. Так, запускаем ракету и... На! А что, если я сделаю тебе пин после вот такой вот фигни? Тебе понравится? На, по лицу шлепает рефери Соколова 2. Ну, вырывается. Александр. Ты чё? Тебя сейчас за шкирку как... На! В кочерыжку получи. А первая какая сигнатура? Multiple Power Combos. Что это значит? Давайте посмотрим, что это за сигнатура. Ну, это трипл бомбы, что ли? Ну да, три бомбы. Называется-то как сложно. Сделали бы Triple Power Bombs. Просто вот проще некуда, чтобы было. Три Power Bomb, они в Африке три Power Bomb. ОМГ момент сделаем сейчас. Раскрутим карусельку Соколова. Как говорится, карусель. Кто успел, тот и сель. Посмотреть в стороны и... Вжух. В мясорубке. Точнее, в блендере закрутили сейчас Соколова. Блендер под фирмой Фандер. Фандер Блендер.
Если вам скучно, зовите нас. Вот такой вот должен быть слоган. Да в смысле ты вырываешься? Твою мать! Шлепает по рингу. Фандер, это не очень круто, что он вырывается постоянно, потому что... А чё? Было ща? Потому что у него-то есть сигнатура даже, у него есть камбэк, а у меня теперь заново надо все копить. Ну, блин. Ну, это же не серьезно, правильно? А-а-а! Как неожиданно еще эта хрень всегда появляется, что нужно второй раз реверсировать. Опять он хочет мне сделать. Старший Пейн, а фиг тебе, сказал ему я. Прям вот фигушки-фигушки. Сейчас уже сам, скоро, кстати, заполучу благодаря этому реверсу сигнатуру, но вообще нет силы Фандера. Фандер. Или Фандер. Тун-тун-тун. Life is the Fandera. Крутая песня. Так, ладно. Давай-ка, иди сюда, мужик. Мужичок с гармошкой, получи немножко пиздюлей в окошко. Так, ну что ж, я не могу реверсировать. Какого хули Иглесиаса? Черт, с два. Ах ты говнюшка, 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 говнюшка. Ааа, сука. Не могу ничего сделать. Пауэрбомба. Как он меня жахнул-то же. О! О, я выкатился. Я Фандер. И тебе, и Тоби, как говорится, знаете, сами чё. О, спином это штука спином. Нюхай мою задницу. Поцелуй задницу мою, когда я пухаю. Раз, два, нет, даже двух не было. Чёрт. Ну как так-то? Ну как же так-то? Никто не видит из-за рефери, что там происходит. А там очень интересные вещи были. Есть у меня сигнатура. Честно говоря, мне нравится больше бакл бомб у Фандера, нежели просто три пауэрбомбы. Оп. Это он меня обмануть пытался. Опа! Сука. Все равно проводит. Но нету тоже силы Соколова. Еле-еле поднимает Фандера. А я же вернулся, да? Скажите мне об этом. Опа! В натуре! Видали, что я ему сделал? О, все, он не может реверсировать, а это значит, нужно пользоваться шансом. Забросить в уголок, чтобы никто не уволок, сделать сигну. И потом сделать финишер, если успею. Хотя, наверное, лучше сделать пин сразу после сигнатуры. Не, не нафиг. Давай, 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 давай. Ладно, пин. Делаем пин, переворачивается для нас как котлетка у Никитки. Александр Соколов, раз, два. Да в смысле ты вырвался? Чувак, остановись. Ладно, у нас есть силы, я попробую сделать чарж-финишер. Но, кстати, финишер также есть у Соколова. Прошу заметить. Гарпун! Ё-моё, я даже не ожидал. Я привык, что у Фандера какие-то подъемные все приемы и так далее. А тут гарпун! Прям именно вот так гарпун! Хэштег гарпун! И пин, раз, два, три. А-а-а, гарпун это хорошо всегда. Отлично! Да! Ну, Александр Соколов, я об этом не упомянул. Персонаж у нас в Юниверсе. Знаете чей? Знаете чей? А вот знаете чей? Это что у нас идет? ОВЕ Супершоу. Я просто наизусть что-то как-то забыл. Александр Соколов. Стас Ефименко персонаж. Это Стаса. Ну, Стас, сорян. Ты просто космос, Стас. Ты просто космос. Знаете песню такую? Я знаю. Ну, короче. Отлично. Фандер победил, и спир! Просто... Ставьте все спиры себе. Нафиг вам вот эти вот приемы читерские, когда ОМГ-момент, вот это вот. Просто спир, спир, спир. Я очень доволен, что я выиграл. Я очень доволен за Фандера, что он выиграл. Потому что в прошлый раз, по-моему, я тоже за него играл, да, и не смог выиграть. Если я не ошибаюсь. Просто сейчас, когда заходил в матч, я подумал о том, что, ну, скорее всего, это я. О, мы можем напасть еще на... Соколова, но нет, не будем этого делать. Следующий матч, следующее событие, 9 кассиков нам подсыпают. У нас уже там очень много этих VC, не помню, как это там расшифровывается. В общем, хрень, которая в карьере используется, за которую можно там покупать своему персу что-нибудь. Ну, карьеру, честно говоря, не хочется играть, да и нафиг она нужна. Вот. Следующий матч на очереди очень интересный. Я надеюсь, что получится тоже очень хорошо. И вы будете довольны. Призрак оперы,
пока выступает в качестве спарринг-партнера для членов Bullet Club. На этот раз его соперником будет один из основателей этой компании Сашке. Получится ли у него одержать победу после долгого перерыва, или призрак оперы одолеет очередного члена Bullet Club и поймет, что он достоин большего? Это такая вот превьюха к этому матчу. Ну, на самом деле, если вы забыли, напомню. В прошлый раз проверялся у нас Никита Колобов против призрака оперы, и победу одержал тогда призрак очень в хорошем матче. Кстати говоря, Денис Вагизов, да? Если ты смотришь этот матч, то я тебе не изменил то, что ты меня еще просил, потому что я спонтанно сейчас сел записывать Universe и что-то как-то забыл. После я сделаю обязательно, я сейчас себе запишу, что у меня там много кто просил что-то сделать, но вообще старайтесь мне не писать, чтобы вам что-то я сделал, потому что я сказал уже заранее, что нужно было раньше смотреть. Ну, в принципе, я могу менять, да, не спорю. Жаркий какой выход у Сашки, можно так подпалиться немножко, бровки-то потом подпалятся и все. Так, сейчас я себе запишу, пока выходит у нас Сашке. Ну и, конечно, скажу вам информацию для перерабатывания в голове. 43 голоса набрал Сашке и 26 у призрака оперы всего лишь. Так, изменить призрака, написал я себе. Все. Ох ты, стинговский вот этот. Блин, выход призрак оперы мне очень нравится. И вообще, как сам персонаж, я уже тоже говорил, что он мне доставляет, потому что сделан круто. Напоминал он мне постоянно чувака из группы Аватар. Тоже похож. Длинного плаща не хватает. Ну вот. Ну ладно. Вибрирует у меня джойстик. Положил я его на одно место. Это очень странное чувство, честно говоря. Ладно, возьму. Так, что по комментариям, пока выходит призрак оперы. Старичок не могёт уже, написал Антон Валадов. Да, в смысле, ты про Сашке, что ли? Ай-яй-яй. Джордж Литтлхэткин пишет: Сашке однозначно входит в состав моих любимых персонажей ОВЕ. И я готов за него топить всегда и везде. Но, увы, не в этот раз. Ах ты, Егор какой! Ах ты, какой жук, а! Коля Вагулич написал: Сашке победит, но он же не вернулся для того, чтобы проигрывать. Красава! Вот это вот четко сказано. Не прибавить, не убавить. Виталий Сафронов: Сашке на опыте затащит, написал. Посмотрим. У Никиты Колобова как бы опыт тоже, по сути, должен быть большой, ну. Не знаю, у кого у них больше. Это уже сами они решат. Ник Илсон, ну-ка, фантомчик, показывайся. Николай Зарянов за долгожданный камбэк. Макс, слей за Сашке. Ща, все будет. Сейчас сольем. Я очень рад, что вернулся Сашке, так что в этом бою я за него. Фантом, ты крут, но всему свое время, друган. Пацаны покажут годноту, кстати, написал Марк Волков. Нравится мне читать комментарии Марка Волкова. Он так описывает много чего всего. Я за тесака, написал Евгений Смирнов. Я оценил твою щутку, прибаутку. Но пока тесака избивают. Ну хорошо, что это не дети с одной такой длинной штукой. Так. Ну как дети? Мужички с гармошкой. Про детей я вообще не в тему сказал. В общем, забудьте. Это полный бред. Оу, какой жесткий накрывающий прием. Это реально накрывает вас. Пум, и вы прилипаете к рингу, короче. Что-то типа того. О, как отпихнул грациозно Сашке ногу призрака. О, в бочину. О! Это выглядело очень смешно сейчас, как он его в бочину пихал. Хорошо, что не перо. Ой! Это что? Пилекик. Right in the face, как говорится. Артема Мельченко: нравится образ фантома, но палец сам тянется проголосовать за Сашке. Вот люблю людей, которые олдскульные, и вот прям вот дань традиции отдают. За Сашке, за олдскул. Все равно, что как Гробовщик бы вышел, да? Наверное, не знаю. Так, не мог я реверсировать, поэтому чуть-чуть нахлобучил мне призрак оперы. Все, больше этого не будет, говорит Сашке. И тут же реверсирует призрак оперы. Насовывая, как говорится, нам. Так, надо с этого дела выкарабкиваться. О! Аж комментатор почувствовал, как было больно. Да сволочь ты! Остановись, мужик. Да блин, почему так резко проводятся приемы? Я даже не успеваю реверсить. Ненавижу Bullet Club, поэтому за фантома, написал Тём Каулин. Чё ты ненавидишь нас? Чё ты, блин, а? Так, тут еще сигнатурина есть у призрака. ОБЦ! Реверсируем. Хотел он мне сделать что-то жесткое, а вот не получится. Блин, я не вижу, что там написано. А, вот, все, вижу. 78% у меня. Я просто тут открыл блокнотик с грядущей промкой, чтобы зачитать вам. Йо-йо-йо.
но еще не успел я зачитать комментарии. Я просто чуть-чуть отвлекаюсь от боя, когда их читаю, и поэтому не могу. Следующий комментарий Евгения Маркина, но я его зачитаю, как будет только возможность. Так, блин, ну ладно, меня бьют. Фантом уничтожил уже одного из Bullet Club, я думаю, останавливаться на этом он не будет. По мне, Фантому должно надоесть быть спарринг-партнером, но это не его уровень, он достоин пуша. Никто не спорит, но пока вот так вот. Вызвали мы его. Как бы он помогает. О! Занырнул в очко! Звучит это, конечно, странно, но очень резко занырнул в очко к нам Фантом. Я испугался аж за Сашке. Считает тут рефри. Ой, а сейчас будет какой-то прыжок веры, что ли, от призрака. Какой он жесткий, он вроде такой дулдан высокий, но... Ёб твою мать, еще... О, какая плюха! Какой же он суровый, ё-моё. Тяжелый выбор, но выберу нашу легенду Сашке, написал Никита Будин. Спасибо, Никита. Респект. Егор Жуков за... Bullet Club. Ты дыщ, посраки. И бежать, бежать. Еее, ну догоняет нас. О, камбэк! Еее, Роцк! Не в тему я его нажал, если честно. Но нужно сделать камбэк в любом случае. Хорошо. Кружочек попал, крестик попал. Ништячелос. Блин, я думал, он среверсил. И это значит, что у Сашке есть... Знаете что? У Сашке есть. Все, сигнатурина. Все, у Сашке ничего нету. Вы ничего не слышали, вы ничего не знаете. Среверсировал призрак нашу сигну. Среверсировал еще один прием, заработав тем самым себе финишер. Лол! Я среверсировал его финишер обратно. Видимо, МГ-момент начал делать и делаю свой. Что там у Сашке на финишере поставил Ильяс? Ах ты ж, какой. Знает, что надо ставить. Раньше Макс делает прием. А даже повтор не показывает, лол. Пин. Раз. Два. Ай, чуть-чуть не хватило. Тут очень сложно. Фантом показал, что он очень неплох и может выйти из сложного положения. Сашке наш ветеран. Не потерял ли он свою хватку? Написал Влад Солодовник. Бэкдроп. Чего? О, канаты. А я разве их задевал? Кстати, у Сашке вроде резилиенс есть, если что. Есть камбэк у призрака. Это что? Это просто вейкап таунт он делает. А покажите мне, есть у него... Нет, нет у него ни сигна, ни финишера. Но камбэк есть. Какой интересный прием сейчас был от Вандера. Ой, от Вандера говорю. Это я все живу в прошлом. Да у меня просто песня сейчас в голове. Imagine Dragons после того, как я ее спел. О! Как нет? Я же реверсировал в тему. Реально, она только появилась, эта фигня, я нажал. А мне сказали, что слишком поздно. Быть того не может, это ж не онлайн. Никакой задержки не должно быть. Меня обманывает, окей? Снова Никонекс. Никонекс. Звучит странно, но... Соединение колена. Угу. Нифига себе. Канаты, канаты. Тут даже без... В смысле? Вырываемся. Главное, в прошлый раз канаты были, когда их вроде я особо и не касался. А теперь, ну да, я и сейчас не касался, но я почему-то думал, что мы как-то закатились сначала на них просто, а потом откатились. Очередная сигнатурина есть у призрака оперы, но вроде начал делать wake up taunt, но я что-то не встаю. Не хочу. Это сейчас было, как будто меня мама утром будет, а я такой не. Эй! За что ты так со мной? Апперкот. Апперкот, и нужно, оп, сваливать. На-на-на-на-на. Что за крабики, Сашки? Крабики, конечно, это в стиле рока. А, это было дело у Сашки, я помню, да. Баловался он крабиками, любил очень крабиков. И его не всегда забавляли. Наверное, опять же, звучит странно. Просто посмотрю рестлинг. Один из буллетов, второй близко к буллетам. Просто хороший матч. Не, призрак не близко к буллетам. Ну, близко, но нельзя так говорить. Нахожу Фантома Оперы близким по духу существом, но вряд ли он считает так же. Впрочем, неважно. Блеклый Сашке падет и никогда не возвысится, написал Энджел. Ну что, какой-то Энджел очень суровый в последнее время в плане комментариев к матчам. Крейг Мэббит что-то жжет, скажем так. А что я только что потаунтил? Почему у меня плюсика нет? Во, плюсик. Плюсик это хорошо. PlayStation плюсик тоже. Там, кстати, Infamous бесплатно раздали, да, в сентябре. Я бы поиграл, но я вот вторую бы еще прошел. Ну, вот старые, которые. Так, пин. Блин. Попал, попал. Все нормально, не переживайте. И еще какую-то там игру раздали, что-то со светом связано. Что-то
Light, там, не помню. Но она такая инди-игруха, но я бы в нее поиграл, мне она что-то, честно, понравилась. Там что-то вид сбоку, что-то со светом, там девка какая-то или кто-то летает, козочка какая-то, я не помню. Хотел поиграть на стриме, но что-то как-то все не задалось. Реверсируем опять финишер призрака оперы. И это здорово. Давай вставай, чувак. Wake Up Town, тут Сашке разбито лицо. Нужно делать финишер. Какой? Двойной какой-то Wake Up Town получается. И другой финишер Сашке. Что это такое? Я думал, это F5, но нет. Это не F5. Раз, два, три. Нет, это не три. Как так? Черт возьми. Есть ли сворачивание у Сашке? Нет, нету. А если так? А если вот так? Нет, реверс от призрака. Призрак? Остановись. Этот мужик меня напрягает. Чего? Вот это, наверное, Sunset Flip. Я спутал в 13 части, записывал тут то, что вам... Ой, я спалился. Ну ладно, пофиг. Вырываемся. Хотя там то же самое было. Ну, в общем, это что-то типа Canadian Destroyer, наверное, сейчас был прием. От призрака. Причем, я прошу заметить, это обычный прием у него. Даже не финишер. Так, ошибка. Но он тут же встает на ноги, и что-то я даже не успел ему ничего сделать. 98% у Фантома. А вот теперь и сигнатура подоспела. А у меня все очень печально. 39 всего лишь процесков. Оу! С каблучка в лицо-то больно. Сашке что-то начинает сдуваться. Ну, или я за него, ладно. Таунт очередной призрака оперы. Причем обидный таунт вообще-то, DX-овский жест. Обидно сейчас. Вот че обидно? Ха-ха! Очередную аркиошку я реверсирую. Ну, вроде аркиошка там, да, стоит у... Ладно, давайте убедимся в этом, чтобы не соврать. DDT-DDT. А, нет, не аркиошка. Подожди, а что это он сейчас сигну же делал? Ампресс... Вот это что ли? Бэнкеренг? Хрен знает, что это такое. Ну, я вообще думал аркио. Ну ладно, может катер какой-то. Ну, по крайней... В смысле? Он у него опять был? Канаты, канаты! Ха-ха-ха! Да, это сигна была. Не знаю, какая из них. Реверс, но, к сожалению, это не финишера. Чё ты делаешь? А чё это было? Какого... Что? Тычок в глаза или что? Я не понял вообще, что за момент сейчас был. Сигну делай! Да Сашке, блин! Нету сил, чуть-чуть просто не хватает полоски. Для того, чтобы провести сигнатуру. Да блин! Слишком поздно, слишком поздно. Садит нас Фандер. Ой, да что ж за Фандер? Да песня это все в голове у меня. Из прошлого матча. Нет, я не совершу ошибку. На призрака прыгать не стану. Силы. Почему они не копятся? Сейчас многие скажут, потому что Сашке старый. Да нет же. Вставай. Вставай, Сашелиус. Сашелиус. И... Ничего плохого не подумайте. Да вставай, мужик. Тебе что, ударить надо? Почти попал. Не увидел просто. Где ты стоишь? Я только начал замахиваться на финишер, но... Призрак быстрее почему-то меня. Что это ты делаешь? А по-моему, это его финишер сейчас. Не. Вот этот панч мне всегда нравился, но... Странно он выглядел. Во-во-во, пока он таунтит, вставай, Сашке. Комбэчину нужно какую-то. Охренеть, красуется как Рэнди Ортон. Вот ты какой, да? Жук. Точнее, не жук, а гадюка. Вот так правильнее сказать. Реверсируем. Реверсируем, и нужно сделать финишер. На, по сапаточке. И финишер. Да что ж ты не дотягиваешься? Что за дичь? Это очень странные моменты такие. Вот он стоит прям возле меня. Офигеть, как подпрыгнул Сашке. Он стоит возле меня, я нажимаю финишер, и мой чел не дотягивается. Я не понимаю вообще этого. Бред какой-то. Давай. Что ты мне сделаешь, а? Что ты мне сделаешь? Что? На финишер. Получай. Получай, мегадрайвер. Бэнс. Баунс, баунс. Чики баунс, раунс. Так, вроде до канатов он там не достает, показывают нам повторы. Омега-драйвера нету никаких вроде действительно канатов. Делаем пин, тем более с этой стороны. Ой-ой-ой, чуть-чуть дотрагивается. Раз, но этого никто не видит. Два. Да ну как? Просто у Сашке целый фарш на лице сейчас, но матч продолжается. Призрак оперы действительно жесткий.
Это было уже доказано в матче против Никиты. Если сейчас будет очередная победа призрака, то цепной пес вообще очень даже и хорош. Напомню, что его так как-то прозвали, прокличили, но... Офигеть! Какой жесткий этот прием. Я помню, в 11, ой, в 13 или 14 части он выглядел еще как-то резче и воздушнее, не знаю, как это назвать. По-моему, я только что среверсировал опять что-то типа сигна или финишера, потому что у меня резко стало 94 процика. Я как-то не очень помнил, сколько у меня было уже. Что прижал аж к углу фантома, он совсем, видимо, подустал, аж корячится, как дедулька старый. Кто еще из нас тут старпер? Но все-таки финишер он смог сделать. Этот, который пытался кучу раз, который я реверсировал, даже не финишер, это омга-момент. Это каруселька. Каруселька, которая, возможно, отчасти помогла Фандору в прошлом матче победить. Нифига Панта дел какой, а? Еще сальтухи мутит между делом, как говорится. Да ладно, камбэк. О! Я просто случайно решил предугадать, что сейчас будет кружочек, и я угадал. Это очень клево. Я обычно никогда не реверсировал. Я вам еще говорил, что эта хрень не реверсируется, камбэк компа. Но сейчас получилось. Сигну. Вот она, наконец-то. Комбо-вомбо. Хрясь-хрясь-хрясь и ушатали. А, я понял. Я тут неправильно смотрел, что ли? Призрак оперы. Аркио 3. Вот видите, я исправляю свои ошибки по ходу матча. Вы думали, вот я дебил, да, смотрит у Сашке на приемы. А это же за пределами ринга. А вот же, у призрак оперы Аркио 3 стоял. Все правильно. Делаем пин. После своего комбо-бомба. Раз, два. Да ну как? Как он вырывается? Я не понимаю. Не понимаю я. Wake up town. Надеюсь, финишер удастся сделать и принесет он мне победу. Очередной Омега Драйвер. Сега Омега Драйвер. Делаем удержание. Пусть Сашке и устал, но что поделать. Ну уж на пин-то силах. Чего? Он среверсировал удержание. Вы понимаете? То есть я не поднимал призрака. И делает мне пин. Чего? Что за магия такая? Капец. Походу, у призрака тоже стоит соточка на реверсе. Я не знаю, на что у него стоит соточка. Я вообще не знаю, на что у него стоит, но в этом матче у него все очень здорово. И ничего сделать я не могу. Вообще ничего. Ну, я как бы делаю, но с его жесткостью поделать ничего не смогу. На данный момент. Может быть, нахрен? Пошел в жопу отсюда. Слушайте, а знаете что? Вот не зря кто-то советовал, да? Черт, это мимо. Сейчас все будет. Сейчас я сделаю очень интересную вещицу. Попробую. Блять, ты че, иди сюда. Ладно, я знаю, как это провернуть. Я знаю, как сделать эту хитрость. Но мне нужно сделать хоть что-то. Рефери очень выгодную позицию выбирает. На, получи, говнюшка. Бежим вниз. Резче, 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 резче. Достаем предмет. Так. Залезаем на ринг. Залезаем на ринг. Твою мать, почему он не залезает на ринг? Рефери развалился. Хрен с ним, не надо мне лезть на ринг. Он забирает у меня стол, он не дает мне его ударить. Да, мой план пошел на смарку. Я хотел шлепнуть призрака стулом, чтобы никто это не видел. Просто совет вспомнил. Нам говорили, что... Мы как бы Bullet Club, но мы как бы хилы, но играем по-честному. То есть выигрываем своими силами. Своими силами и не пользуемся никакими хитростями. Аркио, да ладно. Да ладно. А, попал. Найс, матч продолжается. Фуф. После, окей, после сигнатуры выжил. Выживу ли я после финишера? Блин, ну Сашке реально фарш на голове. На лице. Так, сейчас, походу, опять будет, что ли, каруселька? Нет, не каруселька, это опять нырок. Нырок в очко. Жесткий прием. Хэтбат. Хэтбат в ракес, как говорится. Реверс. Хорошо. Что я еще могу сделать? Сашки встал, как будто моделька. Я моделька. Сейчас прыгнем. Попробую прыгнуть на призрака. Может быть, верховые приемы сегодня будут у нас в тренде. Так, что там? А, у призрака есть... Есть финишер у призрака. Лол. Я как-то расторопно начал прыгать. Поторопился. Не очень
скажем так, подумав. Ну ладно, повезло мне, что он не поймал меня ни на какой финишер. Делаем сигнатурину. Так, и я сделаю пин после сигнатурины. Почему бы и нет? Если что, еще буду иметь в виду, что у меня есть финишер. Раз, два, три. Наконец-то! Честная победа. Честная и непринужденная. Не нужно было даже бить предметом. Я думал, я не смогу этого сделать. Я думал, я не смогу одолеть призрака оперы. Но Сашке красава. Не зря ребята верили. Олдскульные ребята, которые как бы в тренде, в современности. И всем нравится новый персонаж, призрак оперы. Но они говорят, нет, ребят, я за Сашке. И Сашке доказал, что вы не зря за него топили. Красава! Красава, Саня! Наверное, сам Саня не смотрит мой Юниверс, но если что, передайте ему, что в Юниверсе он выиграл. Я старался, но нахер, в ухо. Шикарно. Фух. Честно говоря, не думал, что получится победить, учитывая, что призрак оперы реально жесткий у нас перец. Я очень рад. Дальше нас ждет с вами промо. Промо мне очень нравится, как пишут у нас люди. Букиришки. Можно вас букиришками называть? Ну, я забуду. Можно еще было напасть на призрак оперы, но никому это не надо. Все по чесноку. Нет смысла на него нападать. Следующее событие, то, что тут написано Next Match, это вообще гониво. Следующее событие, правильно так сказать. И это Егор Блейк с его, собственно, промо. Промо у нас будет закрывающее шоу. И я сразу прочитаю. Ну, закрывающее, в смысле, оно не самое последнее, но под конец, скажем так. То есть будет промо, и потом, естественно, главное событие. Ну, бывает так. За последнее время в жизни Егора Блейка произошла череда перемен. Победы на Pay-Per-View и выигрыш титула. Теперь присоединение к Bullet Club. Теперь очевидно, что Илюха не будет брать у него реванш, и он расскажет нам о своих планах на грядущее Pay-Per-View. И в целом объяснит свое решение о присоединении к Bullet Club. Честно говоря, мне тоже интересно послушать. Я ничего не читал, что там будет сказано, поэтому вместе с вами сейчас и узнаем. Будет интересно послушать, написал Виталий Сафронов. Блейк Чушка, пишет Николай Зырянов. Дом, Сакс. Буду краток, е-бой, написал Марк Волков. Я уже прошарил, ребят, что за херня. Егор Шишков написал, дурак подъехал. Мне кажется, это он про себя. Не знаю, как к нему относиться, написал Евгений Маркин. Егорка Bullet Club. Жду нападения синдиката на Егорку, написал Марк Максим Воронов. И в жопу хейтеров Bullet Club. Bullet Club for life. Мне реально доставляет вот эта чернуха, которая льется отчасти на Bullet Club, но иногда люди перебарщивают. Ну, мое мнение. Ладно, давайте послушаем сейчас Bullet Club-овца. Казалось, я заикаю, но нет. Заикаюсь. Тихо. Вот это сейчас был жест в сторону всех там синдикатовцев, вот этих вот, их марионеток, их фанатов. Bullet Club Rules. И слушаем Егора Блейка. Волнуется, судя по тому, как он мечется. Ну да ладно. Привет, ОВЕ, я так рад снова видеть вас. Жаль только, что вы меня ненавидите. Жиза. Я пришел в этот бизнес ради вас, ради фанатов, кричащих на каждом шоу, срывая голос, ради фанатов, готовых исколесить весь мир, лишь для того, чтобы увидеть воочию выступление своего кумира. После того, как я вышел победителем из схватки с Илюхой и Макси на Payback, меня готовы были носить на руках, но прошел всего день, а меня уже ненавидят. После матча Pay-Per-View я стал легендой, живой иконой, как Стинг. А все почему? Потому что я победил тех, кого все ненавидят. Готов поспорить, если бы я проиграл в том матче, все в голос бы скандировали, что я еще один неудачник, который просто не вывез. Кому-то не удалось одолеть члена Bullet Club 1 на 1, никому не доводилось побеждать Илюху и Макси в командном матче, а я сделал это в одиночку, и я победил непобедимых, так что выходит, я теперь непобедимый? Нет. Кто угодно может отобрать у меня пояс, но только есть одна маленькая проблема, я перегрызу глотку любому, чтобы вернуть титул его законному владельцу. Последние 4 дня мои соцсети разрываются от писем и твитов недовольных фанатов, мол, я лицемерная мразь, которая продалась. А что я сделал? Я приехал и победил двух прекрасных бойцов, двух отличных чуваков, и после матча они пришли ко мне в раздевалку и спросили, а не хочу ли я стать частью семьи под названием Bullet Club. И тут меня осенило, мне нравятся эти ребята, одно удовольствие биться против них на ринге, и я многому у них могу научиться.
Так в чем ваша проблема? Почему вы готовы на руках носить боготворя, а как видите рядом людей, которые вам не нравятся, начинаете презирать и поливать дерьмом? В этом основная проблема всего рестлинг-комьюнити в двойных стандартах. Подумайте об этом, только до вас никогда не дойдет. То, что сделал я, коммерция. То, что делаете вы, лицемерие. И на таких словах довольный Егор Блейк заканчивает свое промо. Ну, правильно. Вот смотрите, вот выступаете вы, да, вот вы рестлер, вот против вас дерутся какие-то чуваки, которые в компании популярные, да, причем они побеждают, они, грубо говоря, имеют свой некий стрик, свои классные матчи, которые, в принципе, годные, но их просто не любят только из-за того, что они являются немножко руководством и, в принципе, сами по себе сильные и везде фигурируют. Именно поэтому их не любят. А вы, как рестлер, вам только одно удовольствие присоединиться к группировке, которая непобедимая, причем которую вы сами побеждаете. Смысл вам идти против нее? Это лишь как раз-таки быть лицемером, то есть идти, вот смотрите, фанатики, любите меня, я единственный, кто победил буллет-клабовцев. Вот как раз реально это лицемерие. И очень четко сказано было в конце, что до вас никогда не дойдет. То, что сделал Егор Блейк, это коммерция. То, что делают зрители и фанаты, это лицемерие. Вот не прибавить, не убавить. Серьезно, очень хорошая промо. Я просто рад, что у нас букеры пишут реальные, нереальные вещи. Я обещал спалить еще одного букера. Джордж Литл Хэткин. Просто вот респект, серьезно, очень полезный. Я не говорю сейчас, ничего не кидаю в сторону букера, все они работают, все что-то делают, но Егор Блейк, хочется его выделить. Егор Блейк? Егор Блейк это Bullet Club, это в любом случае. Джордж Литл Хэткин. Егора хочется выделить в том плане, что он помогает, он мне пишет в личку конкретно что и как, описывает каждому матчу что-то, какие-то мелочи, которые я могу упустить. Это прям вот ништяк. Все, давайте, Fatal 4, я все сказал. Переходим к мейн-эвенту, думаю, что будет у нас здесь тоже жарко. И да, ребят, я прислушаюсь в этом матче к вашим комментариям. Все-таки я как бы работаю с людьми, взаимодействую. Пусть иногда вам так не кажется, но да, это так. И я все-таки выберу кого-то, за кого буду играть. Правда, выбор для меня очень сложный. Я к тому, что мне сказали, не симулируй, мол, играй сам. Так, вишенка на торте, как говорится. Матч за первое претендентство на пояс Егора Блейка. Это вот я сейчас комментарий и как раз-таки Егора Молголовкина читаю к этому матчу. Если будут вопросы по участникам, то Serious Killer здесь из-за прошлых заслуг. Крис непобедим пока что. Bad Guy GR отлично показал себя в матчах с большим количеством участников. Это явный андердог такой. И Sergio Killer GR имеет возможность на матч-реванш. Именно так характеризуется состав этих участников. И почитав его, мне хочется за... Вот, не знаю. Мне хочется за двоих поиграть. С одной стороны, за Sergio Killer. С другой стороны, за... Бэтгая. Но в принципе... Блин, я не знаю. А можно, если я... А, нет, нельзя, да? Короче, ладно, я опускаю голову и нажимаю стрелочки вообще в разную сторону. Не знаю, как они там нажимаются. Жаль, что нельзя рандом как-то, да, выбрать. Вот так вот. Ну, нет. Ну, Крис. Ну, я не буду. Нет, не за Криса. Крис непобедим, я побоюсь проиграть за него, но... Хотя, да, должно смотивировать, нужно выиграть. Нет, в Fatal 4 будет сложно. Буду, короче, за Бэтгая играть. Бед Гай. Поехали. Холи. Холи-доли, поехали. Мейн-эвент, как говорится, должен зажечь ту самую вишенку на торте. А вот, собственно, и возможные противники Егора. Лучшие рестлеры бренда в ожесточенной схватке вытеснят, точнее, выяснят лучшего и достойного на титульный матч на Pay-Per-View. Money in the Bank. Черт возьми, эти гребаные заставки на выходах рестлеров. Уберу, тоже себе запишу. Уберу. Так, на выходе. На выходе Serious Killer. Была там у него зиглеровская хрень. Короче, действительно, раз уж так пишут, что это лучшие пока рестлеры бренда, ну, не знаю. Тут уж каждый по-своему судит. Кто победит по опросу? 29 голосов за...
Я не могу, его постоянно коробят. За Serious Killer. Так. Блин. Ага, тут еще нужно убрать еще одну заставочку, я вижу. У Криса, да, это походу выход Криса. Я сейчас просто перестал говорить голоса, просто мне на телефон звонит чувак один. Все, теперь я вижу голоса, я не видел просто их. За Serious Killer 29 по убыванию, за Bad Guy 20, за Sergo Killer 10, за Криса 6. Меньше всего за Криса. Ну, странно. Но я буду играть за того, кто на втором месте, за Bad Guy. А почему выбор за Serious Killer больше всего? Я не знаю, наверное, люди голосовали за него, потому что Жека Семенов делал всех персов. Не знаю. Большой, кстати, еще респект вот создателям многих персонажей. Это, опять же, Евгений Семенов и, конечно же, Виталий Сафронов. Респектулечка. Кстати, обидно должно быть Крису, потому что за результат проголосовало 10 человек. Это больше, чем за самого Криса. Что касается комментариев, давайте я вам зачитаю их. Два слова. Bad Guy, Josh Littlehatkin, за него. Коля Вагулич за феноменального Криса, ну оно и понятно, это его персонаж. Ник Илсон за Bad Guy, Николай Зарянов за Serious Killer. Снова хочет, чтобы у него было два титула на руках, как это было раньше. Марк Волков за Криса, так как после фьюда с Королем он достоин побороться за титул. И думаю, он следующий чемпион. А между киллерами неплохой фьюд можно организовать. Действительно. Serious Killer, Sergo Killer, убийцы-убийцы. Кто кого убьет, хер знает. Дамир Гальмеддинов за... А, он просто спрашивает, когда турнир по FIFA. Да, уже выкладывается. Keep rolling, rolling, rolling. Читать я начал комментарии Егора Шишкова. И как раз тут keep rolling, rolling, rolling. Bad Guy GR. То есть он за него. Евгений Маркин пишет, что Sirius должен одержать победу. Будет интересно посмотреть на него с титулом. Коля Бессмертный. Поддержу идею с фьюдом киллеров. Ну вот, букером на заметку. Никита Бунин. Sergo Killer за тебя. Вот как. Антон Валадов за Serious Killer. Он на голову круче всех, кто тут собрался. Евгор Жуков за Bad Guy. Влад Солодовник пишет, что Bad Guy младший начинает доминировать. И этот матч не исключение. Посмотрим. Максим Воронов за Bad Guy. За тебя, братаны, ты затащишь. Вот так, братаны, с которой, в смысле, братаны из 20-х. И команда их. Вперед, Bad Guy, написал Ренат Стюркар. Надеюсь, правильно прочитал. И Angel, который пишет очень жесткие комментарии. Serious Killer единственная более-менее перспективная личность из тех, что находится в этом Fatal 4-way матче. Вот так вот. По делу, наверное. Ну да ладно, у нас пока выходит тут Bad Guy. Посмотрим. Так. Сейчас, последний выход у нас будет. Я, простите, туплю немножко. Все, 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 переключаюсь. Так, это кто у нас, получается? Крис вышел. А, ну это... Это, да, это у нас Sergo Killer. Sergo Killer, последний участник, выходящий на ринг. Постоянно я забывал убрать у людей на выходах всякие эти штуки, затемнить. Я просто забываю их при монтаже иногда убрать. И поэтому я немножко страдаю. Ну, потому что бывало такое, что отрендерил видос, наконец-то рад, там он рендерился часов 6, блин. Заливаешь на YouTube, и тебе пишут: чувак, у тебя здесь какая-то херня. Без этих... Без твоих прав. И ты как бы не прав, мужик. Давай удаляй видос. Я такой, сук. И опять приходится заходить при монтаже. Убрать. И так далее. Ну да ладно. Надеюсь, этого не будет потом, когда я уберу всю эту фигню. Короче, я что-то отвлекся совсем. И начал троить. Начал говорить так, как барашек. Вот так вот. Вы не слушаете, что я ругаюсь. Это я немножко, немножко, чтобы вы не спали. Типа, да хорош. Может быть, кто-то, конечно, смотрит в колонках, а там сидит рядом кто-нибудь. Брат младший, там, не знаю, сестра. А я тут ругаюсь. Простите. Эй, сестра, брат того, кто смотрит. Простите. Мама, папа там чьи-то тоже. Простите. Я ничему плохому не учу вашего ребенка.
Я хороший. Ладно, давайте драться. Сразу звучит после того, как я сказал, что я хороший. За Bad Guy, напомню, я играю. Если кто забыл. Fatal 4-way матч, по-моему, без всяких премудростей. То есть обычный четырехсторонник. Я уже не могу... Нет, Серго Киллер не может реверсировать. Но нужно следить за всеми. За собой в первую очередь. Ну и, конечно же, приглядывать за теми, кто находится, допустим, на ринге. Потому что... Одна ошибка, ты не уследишь, и от тебя даже победа не будет зависеть. То есть не от твоих сил ничего не будет влиять, короче, на исход боя. Так, я могу вообще, по сути, биться предметами. На, в пузо. Действительно, могу биться. Я не знаю, зачем я это проверял, если я это знал. Да, иди отсюда. Просто как швыряю туда-сюда Криса. Реально, вот если так рассудить, кого вот вы бы видели... в противостоянии с Егором Блейком. Вообще, по сути, по логике, да, это должен быть не только, ну, в идеальном раскладе, это должен быть не только человек, который просто хорошо смотрится против Егора Блейка, но еще должна быть такая психологическая составляющая, которая часто, кстати, мелькает в матчах Шона Майклса, и это я так, к слову, то есть в том плане, что человек, который будет противостоять Блейку, он должен отчасти не любить Bullet Club. Ну, вот мое такое мнение, я не знаю. Здесь, если я не ошибаюсь, точно Крис не любит Bullet Club. По-моему, нейтрален к нему Bad Guy, за которого я играю. Что касается Serious Killer, то и как раз же Sergio Killer, не могу сказать о них, как они относятся к Bullet Club. Ну, наверное, тоже нейтрально. Но, по-моему, Крис в плане комментариев к матчам часто пишет что-то не очень хорошее в сторону Bullet Club, что, мол, ему они надоели и так далее. Опять же, если я не ошибаюсь. Если что, поправьте меня в комментах. Да ладно, эта штука с пином. Блин, жаль, не успел нажать. Я очень хотел посмотреть, как это вообще делается потом. Этот пин. Ну окей, в любом случае, в этом матче кто-то нас удивит. И, в принципе, каждый, кто выиграет здесь, думаю, будет заслуживать некой... победы, что ли, и фьюда с Егором Блейком. Матч за претендентство, как уже было сказано, и на Pay-Per-View, скорее всего, состоится уже матч между победителем этого замеса и Егором Блейком. Ё-моё, что делает Serious Killer? Зарабатывает сигну, и сейчас он мне ее спокойно может провести, потому что, да, я не могу реверсировать. Минусик у меня горит, и не только минусик горит. Нужно быть внимательным. А, это еще не все. Ну да. Оу! Какой жестичеллис просто происходит на этом самом ринге. Serious Killer действительно обладает очень хорошим мувсетом. Это уже было не раз доказано в первом же его матче после того, как обновился этот Universe. Это было увидено. Точнее, не обновился, а вообще начался. Потому что Serious Killer у нас с самого начала. И, в принципе, да. Как, вот с голосами, с опросом я, наверное, согласен. Я бы очень был рад видеть Serious Killer снова в топе где-то вот у нас в OVE брендах. Титул, не титул, в любом случае, без разницы. В мейн-эвентах я бы очень был рад видеть этого перса, потому что у Евгения Семенова очень такой с историей персонаж. То есть раньше он у нас... Это был мульти-первый чемпион вообще с двумя титулами, который ходил у нас в Юниверсе. В 15-й, да, по-моему, части. Плюс вообще сам по себе Евгений Семенов олдскульный, можно сказать, человек в группе. Да и как бы для Universe он сделал очень большой вклад, создав очень многим ребятам персонажей. Поэтому еще раз кину респект Жеке. Очень рад, что есть такие люди у нас в группе. Да и вообще, как бы, очень рад всем, кто в группе. И очень хорошо относится. Вот знаете, как дань какую-то отдает группе, вот как, то есть, знает какую-то историю, да, с чем-то связана группа и личная жизнь людей. В общем, это всегда мне доставляло, и вы это знаете. Особенно кто, в принципе, смотрит меня давно. Очень прям вот доставляет мне это чувство, что вот, ну, был создан когда-то такой бренд, такая группа и так далее. Печально немножко сейчас для меня, что совсем... с просмотрами очень плохо. Да, меня обычно это никогда не парило, но вот в данный момент как-то вот печально. Даже с тем же с турниром по FIFA, там, по 160, ну, по 60-200 просмотров, это очень грустно наблюдать. Да на том же Universe 300-600, вот и все. Ни выше, ни больше, ни меньше. На турнире, и то там косарь где-то еле-еле набрался. Это все очень печально, на самом деле, осознавать, но что поделать.
Мне, в принципе, советуют, мол, снимай всякие разные игры. Мне кажется, это особо мне не поможет. Ну, другое дело, если только популярные, которые только вышли и сразу снимать, да, возможно, где-то может стрельнуть. Но хрен его знает. Serious Killer сделал свой лютый моментик. У меня есть сигнатура, которую я не смогу сделать, потому что сейчас у меня, по-моему, будет минус гореть. После реверса Сергу... Да, но я смогу потаунтить. Serious Killer делает свой финишер, а я тут как бы не в тему со своим таунтом. Сбить, сбить, сбить. Сбиваем. И давай ему сигнатуру. Чё, положил просто руку на плечо, по-моему, только что я. И непонятный мув какой-то произошел. Serious Killer, в принципе, разносит. Разносит своих соперников. Посмотрите, что он делает. Он забивает бедгая в угол. Думал, это я еще не все, но получается что-то увернуться. Сигнатура. А да что за... Что за хрень в этом матче? Я постоянно делаю свои приемы, а у меня рестлер не дотягивается. Или что-то руками тычет вперед, и все. Бред какой-то. Не понимаю я. Странности действительно происходят. Ну ладно. Три финиша уже есть у Сергу Киллера. Есть камбэчина у Serious Killer. И есть сигна у меня с Крисом. Ты чё? Да я только залез, он меня уже кувалдой тут хреначит. Нафиг я ее вообще закинул сюда? Я вроде увернулся. Да. Сейчас что-нибудь, надеюсь, получится сделать. Поднимаем соперника. Ну он, кстати, среверсировал-то, по-моему, сигнатуру. Сбить, сбить, сбить. Да ты не меня сбей! Воу, повезло сейчас, что Serious Killer не до конца удержал Криса. Ну, точнее, повезло, что Крис вырвался. Наверное, будет правильнее так сказать. Очень много всяких событий происходит. Я не успеваю за всем следить. Там камбэк, по-моему, да. За собой буду следить, но хочется комментировать все, что происходит. Именно тяжело обычно комментировать матчи, где много людей. Именно и поэтому я часто их симулирую. Да что ж такое-то? Все не дают мне ничего сделать. Ох, разбивается лицо у бэдгая. И нужно следить за Serious Killer. Но при этом он не делает там пин Сергу Киллеру. Дроп-кик, дабл-дроп-кик. Это еще не все. А еще и лэг-дропина такая вот. Serious Killer переключается просто на всех. Хочет уничтожить всех, а я выкатываюсь. Как колобок за пределы ринга. Разбивается фейс также у Евгения Семенова. О, в смысле у Serious Killer. Ну, я, в принципе, не ошибся. Нужно вставать. Больше всех избит Крис, пока у него даже сил вообще нету. Но за пределы ринга пока что нахожусь я. И выкатывается сюда же Serious Killer. Так, это значит, что шансы у людей, которые на ринге сейчас есть, у нас побольше. Что это за хрень? Танцы какие-то от бэдгая. Нужно лезть на ринг. Да лезь на ринг, что ты... Разбить, разбить. Хух, ушатал рефери. Ты чё, мужик, остановись. Остановись, я сказал. Сдается, кстати, заметьте, заметьте, очень хороший момент. Слушайте, интересно, а если бы я рефери не вырубил, а пытался сейчас стоять вот так бить Серго Киллера, то все равно бы рефери засчитал то, что сдался. Потому что ребята-то не прерывали пин. Ну, в смысле, сабмишн, то, что он сдавался. Почему-то это не прерывалось, хрень. И вот меня интересует вопрос. Если бы рефери не был вырублен, он бы все? Он бы засчитал победу Serious Killer? Это очень сейчас был интересный момент, честно говоря. Который очень, возможно, сыграет большую роль в нем. В этом матче, я имею в виду. Так, Крис мутит, что это свое сигнатурное. Да что же у вас у всех эта фигня стоит? Вы что, ребята? Просто три приема, три умга-момента, и у всех они... есть. Я не знаю, если он у бэдгая, но это капец. Капецкий капец. Не может реверсировать Serious... А нет, Сергу Киллер не может реверсить. Serious-то этим пользуется. И я выкатываюсь. После чего? После того, как он просто откинул меня от моего же... От попытки моего проведения приема. Это странно, что после такого люди выкатываются. Ну... Сложно, наверное, это сделать в игровом процессе, чтобы после чего-то серьезного выкатывались только люди. Хотя, по-моему, в 18 части что-то такое будет. То есть, только после чего-то сложного можно делать нормальный пин или что-то вроде этого. Это очень здорово. Сейчас мелькнула мысль, а почему мне не купить эту волшебную игру? Ну, нет, не стоит торопиться с выводами пока что. Не нравится мне ситуация, то, что мы тут внизу находимся, а двое наверху. Блин. Serious, иди наверх. Нафиг, забудь про меня. Потому что там сейчас явно будет что-то интересное. У Серго Киллера есть финишер. И он сейчас доминирует над Крисом. Но нет, Крис вроде как держится. Ну, у Криса есть сигнатура. У меня нет ни хрена. Нет, у меня тоже есть сигнатура. Ну, блин. Ну, я сказал. Ну, реверсирует. Реверсирует Serious Killer опять. Пин делается там. Залезай на ринг, братан. Раз.
два, прервать. Фуф. Вырвался Крис в очередной раз. Вырублен, опять же, рефери. Мне кажется, то, что стол комментаторский там сейчас разобран, вообще никого не колышет. Выкатывается Серго Киллер. Так, минус один. Значит, что есть больше шансов у нас, у троих, кто остался. Что-то мутит Сириус Киллер. Реверсирует Крис. И я должен Крису делать сигну. Да делай! Нет у меня сил. Но я реверсирую. Теперь сигнатура. А-а-а! Крис! Что ты делаешь со мной? Крис! Черт. Ай, не получилось реверсировать. Но это хотя бы не что-то типа финишера, потому что он у него есть. Не стоит это забывать. Если бы он мне его сделал, тут вот снизу чувак сидит, как я утром на кровати. Залипаю в одну точку. Сириус Киллеру там плохо очень. Есть сигна. Ну, тут вовремя залезает Серго Киллер. Если что, у меня еще резилиенс есть. Это очень здорово. И это здорово. Суперкик. Была, наверное, эта сигнатура. Сейчас будет делать финишер, скорее всего, на Сириус Киллере. Нет, просто выбрасывает его. Это очень по-хитрому. У нас многие люди так на турнире делали. Выбрасывали соперников и пинили кому-то. Того, точнее, кто был на ринге. Мне нужно срочно сигнатуру. Ну что это за дела вообще? Не сделав ничего, как-то находиться тут стрёмно. Опа! Почти спир. Опа! Прыгнул. Долетел. Честно говоря, не думал, что это получится у меня. И есть сейчас все шансы у Серго Киллера, чтобы победить. Сириус! Нет! Вырвись! Раз, два... Нет, даже двух не было. Фуф. Я что-то очканул немножко. На кого ты переключен? На СК. Мне не нужен СК. Да какой Крис? Вот, на него. Правильно. Правильно, правильно, правильно. Да ладно. Ничего себе, какой прием. Это с удержанием прием, прошу заметить. Раз, два. А, я был близок, но было бы мне стрёмно, честно говоря, победить, не сделав особо ничего. Сигна. Да опять реверсирует. Я только накоплю, и меня ее сразу тыбзят. Что ж такое-то? Невезуха какая. Совсем. Я вроде среверсил, но нужно два раза, да, удается и второй раз. Сириус Киллер, по-моему, пытался только что Крису что-то лютое сделать, у него потому что есть финишеры. Очень опасная ситуация. И нахрен я начал таунтить? Бежать! Бежать, бежать, бежать. Крис с сигнатурой. Крис не может реверсить, но повезло мне, что я падаю туда, вниз. Ну, прости, что я развлекся на тебе. Сириус Киллер, единственный стоящий на ринге сейчас это Крис, но его пинить, ему пинить некого. Разборка питерская вообще. Не может реверсировать Сириус Киллер. Ой, а могу этим воспользоваться? А нет, может. Может, просто урона, по-моему, по нему больше проходит. Это другой минус. Если кто забыл и не знает. Сейчас будет делаться пин. Ребят, прерывать не хотите? О, а я вот так делаю, в обратку. Раз, два. Хорош, что кататься с тобой будем? Я, конечно, не против. Реверсируем, давай сигну. Да опять реверсировали, ребята. Мне хочется плакать. Я сделаю сворачивание. Алло, сворачивание сказал. И теперь реверсирует. Причем странно, первый раз я тоже отклонил стик вверх. Я должен был его свернуть, но игра такая, нет, ты его просто ударишь. Вообще все против меня, я выкатываюсь. Я пока вне игры, как говорится. Так. Не, это не сигнатура Сириус Киллера. Финишер есть у Криза, но он делает пин на Сириусе. Сириус вырывается, имея при этом три финишера теперь. Два против трех на ринге. И два чувака в ауте. Так, давай быстрый какой-нибудь таунт, чтобы избавиться от минусика. И все, отлично. Как раз таки быстрый таунт. Крис делает финишер. Я тут вообще лишний, мне кажется. Хочется сделать тоже что-нибудь Крису. Да какой пин, мужик? Шлеп ногой, и все, и нет пина. Да сверни ты его уже, ну сверни. Это реверс. Что-то какая-то вообще издеваются надо мной в этом матче, вам не кажется? Они все реверсируют, все, что я не делаю. Причем самое обидное, это реверс сигнатур моих, которые я только зарабатывать начинаю. Я вообще ничего не показал практически, потому что они все реверсируют. Нейкбрей, о, зигзаг от Сириус Киллера. Крису сейчас нужно быть настороже, потому что это еще один прием. Блэкаут. И что, он будет делать удержание? По-любому будет делать удержание, но нет. Такой понял, что нахер надо. Уйди отсюда. Уйди отсюда, Крис. А что же за меня-то вы все принимаетесь? Ребята, можно мне подышать хоть пару секунд? Спокойно на ринге. Выбрасывает меня за пределы Крис. И тут же идет сюда бить меня Сириус Киллер. А нет, он бьет Криса. Ну, мне кажется, стопудово хотел ударить меня, но просто случайно попал по Крису. Жестичелос. Это реально достойно мейн-эвента. Этот Fatal 4-Way уже очень клевый.
закатился и выкатился Serious Killer. Очень идеальный момент просто. Тянет на Оскара. Дайте мне сделать сигнатуру! Причем я ее вроде нажал, я подумал, что опять реверсировали. Здесь я вроде как могу сдаться. Потому что рефери-то не считает тут за пределами ринга. И мне кажется, игра сейчас намекает на то, что я должен это сделать. Но нет, я вроде как... Да, вырвусь. Продержался несколько, скажем так, разных кнопок. И все-таки я дотяну до конца и вырвусь. Жаль, что отсюда, парнишка. Так, Serious Killer, кстати, не может реверсить. И делай ему, да не ему, короче, сигнатура пошла, хоть кому-то. Просто мне показалось, что ее сейчас еще прервут. Это что, Electric Chair? Это пауэрбомба, переходящая с Electric Chair. Serious Killer, по-моему, тоже сделал сигну, раз, два, и Serious тут оказался очень в тему. Ох ты, насадил на подошву на свою. Ай-яй-яй, а я-то выкатываюсь. Подумал, Wake Up Town делает Serious Killer на Серго, но... Сам поднимает и может сделать сейчас сигну. Очень много звучит в этом матче сигнатура финишер слов, потому что они постоянно мелькают, и непонятно, кто кому что сейчас сделает. Но я успею вроде разрядить обстановочку, если что, залезть на ринг. Крис решил до конца там посидеть, до последних полосок накопить. У меня, если что, есть финишер. Нужно как-то грамотно все тут сделать, чтобы и меня потом... Да ты чё, блин, прерываешь? Ненавижу, когда прерывают. Так, Крис, ты чё делаешь? Крис, это финишер? Кто-нибудь мне объяснит? Ай-яй-яй! Нет! За что ты меня выбрасываешь? Сбей пин! Фуф! Сбил, и спокойно можно играть дальше. Черт возьми, кто же победит? Это дикая интрига. У всех есть финишер. По одному синхронно. Синхронные финишеры. Нужно назвать эту игру синхронные финишеры. Очень характеризует этот матч. Или назвать, что, типа, Bad Guy опять лоханулся. У Bad Guy опять реверсировали. Ладно. На кого же мы сейчас прыгнем? На Серго Киллера. Ребят, вы тут подеритесь. Выкатился у нас Serious Killer. Суперкик. А я тебе финишер. Так, очень вовремя подоспел, гробовая плита. О, это не гробовая плита, это что-то, это какой-то другой, как, пайл-драйвер. Не знаю, как конкретно называется, но это жесть. Бам! На техаске не похоже делать пин Серго Киллеру. Давай! Раз, два. Нет, да чё? Серьезно? А вы, наверное, думали... Вы стопудово сейчас многие хотели, чтобы не было пина, потому что, ну... По-крысиному получилось, что там кто-то кого-то замочил. Я воспользовался тем, что и Серго Киллер сделал финишер и сам провел ему. Но я хотя бы что-то провел. О, офигеть, какой прием сейчас Serious Killer замутил. Прикольно. И выкатываемся мы вместе с Серго Киллером. Но Крис при этом не хочет воспользоваться этой ситуацией. И выбрасывает вниз Serious Killer. Мне кажется, я в этом матче очень много раз ошибался, говоря Серго Киллера как Serious Killer и на... Наоборот. Может быть такое. Не обращайте внимания. Это просто тяжело, когда столько имен и еще и схожих. Ну ладно, хоть не шестисторонник. Что это такое? Что вообще сейчас было с Bad Guy'ем? Ребят, я жду вас на ринге. Приходите в гости, как говорится. Так, хочется достать... Не, ничего не хочу достать. Доставай свою писю. Че, бить-то больше некого, что ли? Крис только что залез, я хотел сделать ему что-то, но решил сделать почему-то мой Bad Guy прием на рефери. Бэкстабер. Не знаю, нафиг он так делает. Непонятный мув. Ага, это спином. Я еду, короче, как на мотоцикле, знаете, такой сел и смотрит вдаль. Выглядело это забавно. Так. О, я его так нагнул, а он ему по сисюлькам ударил. Выкатился у нас Крис, это значит, что минус один. Давай, тэгтимиться. Хорошо. Тэгтимимся против Serious Killer. Очень хочется заработать свои проценты. Но как бы тут товарищей не бывает. DDT сразу башляет мне Серго Киллер. Есть у него сигнатуринки. Может, ты мне их подаришь? А ну, смотрите. А не, не смотрите. Супер кик, но везет мне пока, что есть доля секунды на то, что у Серго Киллера не было сил. Естественно, он сейчас будет делать... Нет, не делает удержание. Понимает, что тут рядом соперники... А, сабмишн хочет сделать. Пацаны! Пацаны! Ёпта твою мать!
не хотите помочь? Я же сейчас сдамся. Алло. Ну ты как бы спасибо, Крис вовремя подоспел. Меня как свинину просто на штырях крутил сейчас. Вертел на себе, держал. Серго Киллер. DDT, по-моему, это, возможно, даже какой-то сейчас омго-момент был, не знаю. Может, я ошибаюсь. Я, по-моему, весь матч больше всех кентуюсь. Тут внизу валяюсь, ничего сделать не могу. Блин, они какие-то жесткие. Тяжело в фатальнике драться. И, кстати, хорошо, что я начал играть за кого-то, потому что думаю, что комбы тут уже где-нибудь зафейлил и как-нибудь стрёмно бы победил. Но это не значит, что я буду всегда теперь играть за кого-то. Иногда реально будут те же матчи, где будет сложно определить, кем бы тащить. В кавычках. Такс. Что-нибудь еще давай сделаем. Вот так вот, close line. И давай еще до сигнатурины. Выкатывайся отсюда, запихиваем просто. Выпихиваем с ринга, вернее, Криса. Я увернулся, но нужно два раза. Да, слишком поздно, говорит мне игра. И это, ну... Пайл драйвер, но это, по-моему, не финишер и не сигна было. Сейчас явно будет делать финишер. А ну. Не, Irish Whip. Че, выбрасывать за ринг хочет? Реверсировал я и делать... Да ты че, кривой, что ли? Фух, сигнатура, наконец-то. Я не понимаю, они иногда вообще в какую-то степень ту уходят. А, конечно же, это реверсируется. Я реально сейчас буду плакать, блин. И я не могу сам уворачиваться теперь, и мне проводит спокойно зигзаг Serious Killer. Я, наверное, должен укатиться? Нет, не укатываюсь. Он может делать мне пин, почему ты этого не делаешь? Потому что Serious Killer не такой. Он хочет просто ушатать всех, избавиться от всего. Он, походу, идеалист. Если я правильно разбираюсь. А я вот такой вот хитренький. А ну, а ну. Ай, блин, спалил уже Serious Killer. Раз, два. И прерывает этот пин. Я такой, да ладно, я и не пытался. Такс, матч продолжается. Ты чё, я вообще не хотел тебя бить. Чувак, я с тобой заодно. У меня вообще все по нулям. Очень грустно смотреть на это. Синхронное вылезание за пределы ринга сейчас нам продемонстрировал Крис и Серго Киллер. Да хорош меня калашматить. Мужичок с гармошкой. Там у нас на ринге вообще страсти-мордасти происходят. Бежать надо туда. Там все самое кипишное. Крис реверсирует, зарабатывает себе сигнатуру, при этом имея еще два финишера. Подарите мне хоть что-то, ребята. Очень страшно же так вот драться. Сигна... я опять выкатываюсь. Что ж твою... Твою за ногу. Такое. Так. Крис. Черт, давай, бэдгай, быстрее там. Копитесь, эти херовины. Квадратики, не квадратики. Надо залезать, надо сбивать. Блин. Очередной пин на Serious Killer, и это делает Крис. Победа Криса. Вот так вот. Просто жесть. Ну, в свое оправдание я ничего не хочу говорить. Вы сами видели, у меня постоянно все реверсировали, блин. Не мог я ничего поделать. Ну, а что касается остальных трех участников, они, конечно, дали жару. Достойно, достойно. Но победа Криса. Крис, который у нас, как написано, непобедимый. Честно говоря, я не помню, какая у него там серия, но он пока что непобедимый. Он даже в четверке доказал, что он могёт. Не зря Колян Вагулич у нас доминирует и пишет часто в комментариях что-то. Ну вот, пожалуйста, дождался. Он у нас, кстати, фейс. А Блейк, по-моему, у нас Егор Хилл, да. Хилл будет противостоять фейсу, все как по канону. Джон Сина и Рэнди Ортон. Ладно. Как раз... Если уж Крис у нас будет везде вертеться, крутиться потом, то нужно убрать ему на выходе эти штуки с, по-моему, чем там, с AJ Styles, да? Ну вот так вот, претендентом, судя по всему, становится номер один Крис, возможно, я ошибаюсь, но да, это претендентство было за пояс Егора Блейка. Вот так вот целуют всех в лобик и в пузико Крис, радуясь своей победе. Ну а мы с вами сейчас посмотрим карт на следующее шоу. На шоу Элитки. Собственно, вот он, карт к шоу Элитки. Ох, чувствую, вот этот матч будет трэшовый. Стинки Джо против Котика. Оливер Квин и Дэдшот столкнутся между собой. Илья Король против Джо. Тут показано, что у них фьюд. Да. Ну, было дело, наверное. У каждого там с другим, по-моему, стоит. И мейн-эвент Мим против Джорджа Литл Хэткина. Вот такой вот карт на
шоу «Элитки». Надеюсь, что будет весело. Особенно Main Event как-то вот чем-то цепляет. Объяснение этих матчей, я думаю, мне букеры напишут. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. С вами был Максон. Покеда!